Чебоксарах завершился 102-й чемпионат России по легкой атлетике. Его победители займут место в олимпийской сборной и отправятся на игры в Токио. С теми, кому совсем скоро будет рукоплескать планета, уже сегодня познакомилась Юлия Важенина. Медалисты олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России. Всего около 1200 спортсменов вышли на старт чемпионата страны по легкой атлетике. И как итог, 42 комплекта наград. Но на Олимпиаде в Токио выступят только 10 отечественных легкоатлетов, имеющих нейтральный статус. Было все на этом чемпионате. Были эмоции, были результаты. Но, в принципе, все наши ведущие спортсмены в очередной раз статус сильнейших подтвердили. Москва и Московская область, Санкт-Петербург традиционно представляют сильнейшие команды. И даже жара не помеха, хотя будь температура градусов на 10 ниже, было бы легче. Тяжело в такую жару бежать, но справились все команды. Конечно, все молодцы, все хорошо передали, все хорошо было. Жарко было не только на самом стадионе, но и на трибунах. Семья Федотовых – постоянные зрители соревнований. Каждый год все вместе приходят болеть за любимых спортсменов. Здесь выступают сильнейшие спортсмены России. И всегда приятно посмотреть, приятно, что в нашем городе проходит этот чемпионат. Вот сына с собой беру, он тоже любит бегать очень. Я сам занимался раньше легкой атлетикой, поэтому прививаем любовь к спорту с малых лет. Закрывала чемпионат эстафеты 4 на 400. Это, пожалуй, самый зрелищный вид легкой атлетики. Здесь первыми финишировали участники команды из Питера. Их результат – 3 минуты 4 секунды. Наша команда сравнима с полетом птиц, а в частности сапсан, который мчится на скорости 300 км в час. Нас не остановить! В этом году соперники были очень достойны. Мы уже выигрываем эту эстафету на протяжении 5-6 лет. Должна быть команда, это слаженная работа. Нет одного сильного от другого слабого. Это не только одного человека победа, это победа всей команды. Сборная Чувашии завоевала 2 медали чемпионата. Анжелика Сидорова принесла республике золото, Екатерина Ишова – серебро. Юлия Важенина, Алена Сусметова, Николай Скворцов, Республика.